Всем привет! С вами самая добрая и самая обаятельная рубрика «Словарики». Потому что героями нашей программы становятся дети. Сегодня мы отправились в детский сад номер 7. Давайте познакомимся с нашими заводными и изобретательными. Меня зовут Даша, мне 7 лет с половиной. Меня зовут Маша Щербина, мне 6 лет. Я Саша, мне 7 лет. Меня зовут Маша Абаян, мне 7 лет. Меня Лёша. Меня Ксюша. На этот раз мы решили узнать, для чего нужен отпуск. Чтобы отдыхать. Отпуск для того, чтобы там полечиться. Лежать на солнышке. Ходят в столовую. Убирают. Пыль протирают. Я с мамой ухожу в отпуск. Я со всей семьей. У родителей, у ребят тоже бывают отпуски в школе. У стареньких, у мамы, пап, у детей. Я отдыхала, ракушки собирала. После грозы столько было много ракушек. А что такое карнавал? Это когда все веселятся в масках, наряжаются в костюмы. Это когда люди пляшут, одевают разные костюмы, маски. Когда танцуют дети, радуются, пугают. Карнавал обычно с масками, а простые танцы без. Обычно он проходит в театрах. Или в кафе, например, где ночью. Я у себя дома это делала. Я нарезалась в фею. Почему летом много цветов? Потому что летом много солнца, а цветы любят солнце. Они сами по себе вырастают. Они сами вырастают. А в садах бывает, что люди сажают цветы. Угу. Ну, пчел, например, для того, чтобы делать мед. Бабочки его едят. Если бы цветов не было, тогда бы и насекомых не было. Чтобы радовать. Чтобы радовать. Дарит на праздниках. Дарит на праздники. Чтобы их нюхать. Чувствовал приятный запах. Для красоты. Чтобы их дарить всем. Чтобы было приятно всем. Мимоза. Мимозы. Тюльпаны, розы. Розы. Колокольчики. Ландыши. Подсолнух. Сирень. Фиалка. Чем мамина работа отличается от папиной? Она немножко легче, потому что мама – это женщина. Мама весь день на работе. Мама встает очень рано. Мама не сильная, а папа сильный. Папа может рано с работы проситься. Ну, мой папа тоже может. Меньше работает мама, а больше папа. Моя мама отвечает на всякие звонки и на вопросы. Мой папа командует. Мама, например, работает, ну, моет полы там, например, уборщицей. Мама помогает с уроками моей сестре. А папа зарабатывает деньги тоже с мамой. Моя мама, например, строительница. У меня папа копает. Когда умирают люди, папа копает и ложит туда. И там и делает там, ну, такие, куда людей ложат. А папа доктор, он лечит. Такие вот мысли у самых непосредственных жителей нашей планеты. Цените каждый миг и не спешите взрослеть.